Знакомый с детства сюжет в новой интерпретации. На сцене ДК «Горки-10» состоялась премьера музыкального спектакля Московской областной филармонии «Царевна Лягушка». Главные роли в нем исполнили актеры театра и кино Кристина Трофимович, Андрей Сумцов, Евгений Булдаков. Действо сопровождал государственный ансамбль русской музыки и танца «Садко». А вот юные жители Кубинки посмотрели другой спектакль Московской областной филармонии «Сокровище пирата Билли». Премьеры в Домах культуры Одинцовского округа прошли в рамках проекта «Детская филармония» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.